уже! Скорей к нам спешите, девочка! Как только местные не называют свой город Пушкино. И большой деревней, и ночлег для москвичей, и рифмуют названия по-всякому. Но во время новогодних праздников все равно видно, что этот город – большая семья. Елки наряжают вместе, и если выходят веселиться, то целыми улицами. 21 декабря сразу в 4 местах отмечали Новый год. В микрорайонах Дзержинец и Серебрянка, на улице 1 Серебрянская и на Московском проспекте у дома номер 28. Депутаты на самом деле не папа или не мама, это братья, можно так сказать, старшие, младшие. Потому что часто наши жители могут нас многому научить, депутатов, и без них мы никуда не можем. И тут никакой патернализм со стороны депутатов, которые опекают жителей, недопустим. Нужно быть обязательно на одном уровне, на равных жителей. Аниматорами работают представители местного театра. Развлекают маленьких пушкинцев. Родители благодарят организаторов и открывают у своих детей новые таланты. Итак, внимание, вторая загадка. Он под елочкой лежит, никуда не убежит. Подарки! Правильно, конечно, подарки! Пушкина – это семья навсегда, на всю жизнь. Мой папа родился в Дзержинце. Мы живем на Горького, на Гоголя и собираемся оставаться жить. Это наша первая новогодняя елочка, моей дочке 2 года. Это вот подруга пригласила, это недалеко от нашего дома. Мы пришли и играли с детками. Дочка растанцевалась, я не ожидала, что это произойдет. Вот, подарили подарки, все прекрасно. Как рассказывают сами депутаты, ни в каких официальных документах не написано, что они обязаны проводить подобного рода мероприятия. Искать способы развлечь детей или искать игрушки, чтобы нарядить елку – все это идет от сердца. И наблюдая за праздником, они тоже испытывают огромное удовольствие. Сегодня праздник, большой праздник. Сегодня мы делаем праздник, я депутат городского 2-го округа, это мой 2-й округ. И мы сегодня делаем праздник с Дедом Морозом, Снегурочкой для наших детей. 12-й дом, 8-й дом, все, кто могли, пришли сюда на праздник. Может быть, Пушкино и большая деревня, ночлег для тех, кто работает в Москве. Но этот маленький уютный город все равно волшебный, особенно в канун Нового года. Ольга Власова, Алексей Сухой, Пушкинское телевидение.